Венгрия выдвинула Украине новое жесткое требование. В правительстве страны пообещали выступать против украинских нововведений со всей настойчивостью. Глава МИД Венгрии Петер Сиирта требует, чтобы Украина отказалась от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газет нацменьшин на украинский язык. Соответствующее заявление главы размещено на сайте ведомства. По словам Петера Сиирта, Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств. Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках, сказал Сиирта. Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании, добавил министр. Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон об образовании, который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до 5 класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии. Будапешт обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование из-за украинского закона. Позже Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться в декабре. По материалам сайта newsgra.com.